Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Глеб, и это Fallout 3, мы продолжаем поиски нашего несколько сгулявшего бати. И в прошлой серии мы с вами узнали, что находится в этом гараже. И не подумайте, ребят, он там ни с кем не пьет, просто в этом гараже находится убежище 112. И в нем наш отец хотел найти кое-какую информацию, касающуюся его проекта. Итак, я тут смотрю, тут тараканчики разгуливают. Поэтому забираем причитающиеся... 80 халявных крышек! Все, забираем. И все-таки, знаете, возможно, наш отец тут все-таки успел повыпивать. Не знаю, правда, с кем. Ясно. Все-таки, ребят, мы тут не одни. Тут еще картокрысеныши бегают. И помимо картокрысов, тут еще и тараканы. Да. Целый набор. Обычно я привык, что в гаражах, ну, либо те, кто действительно чинит машины, либо те, кто выпивают. Но никак не привык видеть такую живность. Что-то как-то он немного неестественно улетел, но бог с ним. Так. Вроде это выключатели, да. Он ведет к убежищу 112. Но для начала давайте-ка обыщем здесь все. Тут у нас есть китайский пистолет и 10-миллиметровый патрон. Здесь у нас ничего нету. А, не, стоп, есть. Вру. Есть все-таки. Что у нас здесь? Металлолом забираем. Металлолом забираем. Все. Опа! Еще один крутокрыс прям подпрыгнул. Да, патроны все-таки на револьвере заканчиваются, поэтому давайте-ка возьмем с вами китайский автомат. Так, кто у нас тут еще гуляет? Еще один крутокрыс? Да ладно. Сколько можно? Вроде гараж как-никак. На секунду показал, что там что-то блестит. Думал, квантовое ядерково. В итоге подхожу, ничего. Да, ну и глюки у меня. Что ж, заходим в убежище. Сейчас посмотрим, есть ли там наш отец или нету. Так, и давайте-ка сохранимся. Потому что жизни у нас с вами не очень много. Что ж, убежище 112. Нажимаем. Итак, перед нашим взором раскидывается дружелюбное место. Надеюсь, там, конечно, получше будет ситуация, в отличие от убежища 101. Вах. Не, красота. Хорошо, дальше куда? По всему видимому, либо сюда. Но здесь пройти больше некуда. Либо сюда. Итак, кто-то тут есть. И кто же это? Ё-моё. Добро пожаловать в убежище 112, житель. Согласно показаниям датчиков, вы прибыли с опозданием на 202,3 года. Ну, задержался немного. Первым делом, пожалуйста, переоденьтесь в выданный вам комбинезон убежища. Если вы потеряли свой комбинезон, я могу выдать вам новый. Переодевшись, следуйте по лестнице на главный уровень и займите назначенный вам шезлонг Транквилити. Пожалуйста, найдите ближайший шезлонг Транквилити. Надеть комбинезон убежища 112. Хорошо, ладно, все-таки, видимо, придется надеть этот наряд. Так, шляпу уберем. Не думаю, что она будет сочетаться с этим костюмом. Его. Так, и давайте-ка оружие все-таки как-то, ну не знаю, спрячем. Потому что, ну, как нехорошо получается. Что теперь нам нужно? Теперь нам нужно... Угу. Занять незанятый шезлонг. Вообще-то я ищу своего отца. Не знаю, какого черта шезлонг мне это поможет. Вообще, я прекрасно все знаю. Просто тяну интригу. Итак, где здесь незанятый шезлонг? Вот он. Ну, Эд, надеюсь, кресло-то удобное. Итак, сейчас будут мультики показывать. Наконец-то. Так, welcome to... Матрица. Знаете, вот это вот лицо, то, что выскочило, оно немного мне какой-то ужастик напомнило старый. Если честно, ну... Мне даже не по себе как-то было. Он распущен.
Это как так? Оу! Что за дурацкая придурочная музыка? О, кстати. У меня новый уровень. По сути. Ну. Привет, пацан. Прекрасный Привет. День сегодня, правда? Знаешь, поговори с Бетти. Она ждет тебя на игровой площадке. Ну, пока, пацан. Ты кого пацаном назвал, пацан? Ладно, так, что мы качаем? Обычно мы качаем красноречие, но у нас оно и так уже, смотрите, 86. Поэтому мы, как всегда, углубляемся в ремонт, где-то на 55. Медицину не трогаем и трогаем злом. Вообще, надо было бы науку прокачать, чтобы наука наша была не 25, а 30. Кстати, на 30 надо бы вкачать. Так, еще 2 очка заберем. Ну, хоть что-то, чтобы было. Так, и что у нас тут? Точность. Способность точность дает вам больше шансов нанести критический удар в бою, что эквивалентно 5 дополнительным очкам удачи. Угу. Неплохо. Так, таинственный незнакомец. Вы получили личного ангела-хранителя, вооруженного заряженным магнумом 44-го калибра. Таинственный незнакомец время от времени появляется в режиме ВАЦ, чтобы весьма эффективно подать вам руку помощи. Тоже неплохо. Ночное существо, это явно там что-то с ночью связано, поэтому не хочу это. Способность здесь сейчас дает вам возможность сразу получить следующий уровень вместе со всеми его преимуществами. То есть, если я его нажму, я получу 11 уровень? Ну-ка, интересно. Друг животных. На первом ранге этой способности животные на вас не нападают. На втором ранге они даже приходят к вам на помощь в бою, но только не с другими зверями. Эта способность действует на собак, яугаев, кротокрысов и браминов. Вот я худы. Эти сволочи меня даже в городе доставали, хотя раньше такого у меня не было. Может, все-таки друга животных качать? Хотя тут много всяких хороших перков, но... Давайте-ка будем еще так же другом животных. Чтобы Гринпис прям был доволен. Так, ладно, давайте-ка посмотрим наши задачи. Я хотел задачи посмотреть. Какого черта? Что с моим пип-боем? Так, все так хотят поговорить... Точнее, чтобы я поговорил с этой... какой-то женщиной. Миша, что с тобой? Миша! Миша, что с тобой? Что со мной сделали? Что со мной сделали? Скажи мне, док. Док. Привет. О, новенький. Есть с кем поиграть. Вот мне везет. Мне как раз стало скучно. Ура, нам будет так весело. А ты кто? Я Бетти. Я тут живу на Tranquility Lane. Хочешь поиграть? Нет уж, спасибо. Не надо мне игр. А отказываться не по правилам. Если я хочу играть, ты будешь играть, а я хочу. Многого, женщина, ты хочешь, слышь, а? Слушай, девочка, я не хочу играть в игры. А я сказала, хочу играть. Вот шкура, а? Это просто. Ты доведешь Тимина из Баума до слез, а я тебе помогу. А если нет, тогда значит ты так тут и останешься. Делать себе нечего еще тут бедных детей до слез доводить. Я знаю вообще про этот квест, хоть я и давно проходил, но кое-что помню. Не обязательно сейчас тут творить всякую черноту, сейчас нужно найти одну сумасшедшую. Пройдем несколько иначе этот квест. Не помню, здесь она или нет. По-моему, здесь. Забавно, что мы можем просто так взять и вторгаться в чужие дома. Ну-ка, вот она. Ты, тебе здесь не место. Тебе не следует здесь быть. Да я в гости зашел. Это все не настоящее. Оно должно кончиться. Страдание должно кончиться. Наконец-то кто-то знает, что происходит. Как мне выбраться отсюда? На самом деле мы не здесь. На самом деле мы не говорим. Это все не настоящее. Мы спим и видим сны. Сон превратился в кошмар. Он должен прекратиться, иначе нельзя. Но мы ничего не решаем. Решает он, и он не хочет, чтобы мы проснулись. Кто это он? Тот он, о котором ты говоришь? Он теперь называет себя Бетти, но он все тот же. Он может менять лица, как хочет, но под маской остается все то же зло.
Брон, этот подонок думает, что раз он создал эту систему, он тут царь и бог. Но я знаю, он до сих пор использует терминал аварийного выключения. Я знаю это. Что за аварийный выключатель? Ты о чем вообще говоришь? Он в заброшенном доме. Он не хочет, чтобы мы туда ходили, потому что боится, что мы его найдем. Это единственный терминал, связанный с внешним миром. Единственный способ все это отключить. Найди его. Хорошо, мэм. А у вас, кстати, квартирка ничего. Правда, какая-то одна... монотонная, я бы даже сказал. Хотел сказать однотипная, но как-то, знаете, звучит не очень. Так, вроде это заброшенный дом. Да. Так, терминал теперь надо найти, но тут, конечно, придется постараться. Особенно под эту дурацкую музыку как-то не особо так. Так, значит, чтобы активировать терминал, нужно по этим вот штуковинам полазить. Но я для начала хочу взять и обыскать тут все, но, видимо, нельзя. Какая жалость, ладно, надо только вспомнить, какой последовательности все включать. Нет. А, еще же бутылка есть. Не, кстати, сначала было все правильно. Нет. Так, 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 так. Нет. А, это уже было, господи. Я уже забываю, какой порядок-то был. А как тут? Ой. Сделал это наконец-то. Ну что, давайте-ка посмотрим, что у нас тут. Так, коробка Industries Unified Operation System Copyright. Бла-бла-бла. Так, пока мы это не трогаем. Доступ к управлению версиями. Показать текущие параметры. Нет, это не трогаем тогда. Так, запись доктора Брона. Лагуна Тукан. Или Тукан, я даже не знаю, кстати, как правильно. Я наконец осознал, что модель лагуны Тукан изжила себя. Я устал от палящего солнца и мерно ударяющих о берег волн. Мне больше не доставляет удовольствия наблюдать, как Симпсон мучается от цинги или слушать крики Нейсбаума, пожираемого акулой Мако. Мне попросту скучно. Пора вновь сменить сцену. Я 1000 лет не катался на лыжах. Ничего себе. Прям 1000? Вчера Дизерс поскользнулась на обледеневшей ступеньке шале. Пытаясь сохранить равновесие, она умудрилась взлететь и упала прямиком на кованую железную изгородь. Это было впечатляющее зрелище, и все произошло совершенно случайно. Существует ли что-нибудь более величественное, чем багрянец на свежевыпавшем снегу? Увидев это, я чуть было не передумал менять декорации, но чуть не считается. 23 года достаточно длинный отпуск в швейцарских Альпах. Мне хочется чего-то более привычного. Итак, теперь вот Tranquility Lane. Я удивляюсь себе. Я нахожу Tranquility Lane, что означает спокойная аллея, успокаивающий. Хотя это определенно Америка. Она напоминает мне Кронах, город моего действия, детства. В этой модели заложена очаровательная ирония. Здесь резиденты чувствуют себя во всех смыслах дома и в безопасности. Когда я забавляюсь с ними, пасторальные иллюзии у них внезапно рассеиваются, что придает дополнительную прелесть моим потехам. Я думаю, что мы надолго останемся в Tranquility Lane. Действительно надолго. Ладно, китайское вторжение трогаем сразу. Запустить. Все, хватит тут мучить бедных жителей. Так. И сейчас выходим. И что, ничего не происходит? Странно, я вроде запустил. А ну-ка стоять. Вы что, меня обманули?
Доступ. Запустить. А, просмотреть информацию надо было перед началом работы. Почему нельзя все сразу сделать? Я, в принципе, еще отдаленно помню, что это за дело. Хорошо, сведения об отказоустойчивости программе. Доктор Брон, здесь находится измененный код для программы военной подготовки, которой вы заинтересовались. Я не вполне понял, для чего она вам нужна, и вновь повторю, что эта программа никогда не предназначалась для использования с гражданским населением. Откровенно говоря, я не думаю, что вы сможете запустить ее на доступных вам системах. Однако, если вы сможете выполнить эту программу с отключением отказа устойчивости, как требовали, ваши тестовые субъекты в реальном мире умрут, если будут убиты в имитации. Об этом и говорить не стоит. Официально получили от меня отказ. Генерал Константин Чейз. США, программа военная. Ну, ясно. Ну-ка, запись доктора Брона про отказоустойчивость. Ну-ка, бывают дни, когда я подумаю, наконец, выдернуть вилку из розетки и покончить как с этой имитацией, так и со всей жизнью. И именно по этой причине я все-таки потребовал установить программу китайского вторжения генерала Чейза. Переведя в неактивное состояние протокол безопасности, я добился того, что всякий субъект убежища 112 умрет в физическом смысле, если при вторжении будут убиты их виртуальные воплощения. Смерть в реальном мире, конец моделирования, идеальная отказоустойчивость. По крайней мере, так было... Так бы и было, если бы не мой собственный недочет. Когда была запущена первая имитация, я узнал, что вторичные средства безопасности, те, что разработаны для военных и персонала Волтек, не дадут мне умереть в реальном мире и в случае отказа устойчивости гибели моего аватара. В конце концов, будут убиты все субъекты, но я останусь жив. Я и не должен был хотеть чего-то иного, или так я... Верно, что отказоустойчивость не только напугала бы резидентов Tranquility Lane, но и принесла бы и жуткие смерти. Но тогда что относительно меня? Я не могу вывести из строя средства моей безопасности, находясь внутри виртуального мира. И всякие другие аватары, что я смогу создать, будут управляться программами искусственного интеллекта. То есть они не будут реальными живыми, думающими людьми. Что за радость мучить машину? Итак, освобождение субъектов реального мира — это больше, чем они заслуживают. И больше, чем я могу вынести. Они будут мертвы, я останусь в Tranquility Lane один и буду обречен на вечную скуку. Я не могу подумать ни о чем более неприемлемом. Поэтому, ребят, понимаете, должны с вами взять и запустить это китайское вторжение. Все, я прочитал. Все, программа выполняется. Наконец-то. Итак. Я получил карму и... Китайское вторжение, ребят. Привет, ребята с китайскими автоматами. Они у вас поновее выглядят. Воу-воу-воу, спокойно. Привет. Ты хоть понимаешь, что это такое? Из-за тебя сработал аварийный выключатель. Все пропало. Подопытные умрут, а я застряну здесь до скончания времен. Один. А тут написано одна. Все пропало. Все пропало. Теперь я заказываю музыку. Ты? Нет. Я! Я создатель этого мира! Я потерян. Я так одинок. Я ищу моего отца. Где он? Все это время он крутился здесь. А тебе не хватило мозгов догадаться. Собака, понимаешь? Понимаю. Лучший друг человека. Но теперь из-за тебя у меня не осталось друзей. Ну, ты... Ты сам виноват. Так это, раз мой отец в порядке, я могу его вернуть? Да, он наверняка в порядке. Не сомневайся. Когда ты выйдешь из симулятора, он будет тебя ждать. Но меня никто не ждет. Ну, конечно. Блин, судя по твоим записям, то и понятно почему. Скажи мне, кто ты есть? Кто ты на самом деле? Мое имя Станислаус Браун. Браун, а не Брон. Это немецкая фамилия. Я ученый из Волтек. Я создал этот симулятор для Волтек, но также и для себя. Это было мое величайшее создание, мой шедевр. Реальность, которая лучше любой другой. Куда больше шедевр, чем моя работа над Гекком. Понятно. Ну, Гек это, собственно... Сейчас и узнаем, что это... Генератор эдемских кущ компактный. Он был предназначен для терраформинга, для возрождения мира после ядерной катастрофы.
Технология очень нестабильная и очень скучная. Зачем воссоздавать старую реальность, если вместо нее можно создать что угодно? Угу. Ну, ясно. Хорошо, это... Я могу идти? Разве это не очевидно? Раз уж тебе понадобилось трогать аварийный выключатель, у меня нет власти над тобой. Вот дверь. Уходи. Ухожу. Все, ухожу. Дверца. Все, пора. Пора все выбираться. Надоело. Ой, да хорошие мультики были, конечно. Угу. О, батя. Привет. Вот ты наконец-то появился тут. Сынок, слава богу. Я думал, что застрял там навсегда. Я рад тебя видеть, но что ты здесь делаешь? Хм, тебя ищу. И слава богу. Такого поворота событий я точно не ожидал. Я не был готов встретить Брона Брауна, и он застал меня врасплох. Что, тебе не понравилось быть собакой? Ну, не скрою, в этом были приятные моменты, но в конечном счете отстоящий большой палец мне больше нравится. А теперь, когда я вернулся, можно продолжить работу. Я должен рассказать Мэдисон, что я узнал. И что ты узнал? Я был прав насчет Брона. Разработанная им технология нестабильна, даже опасна. Но может быть приспособлена для проекта «Чистота». Мне нужно вернуться в Ривет-Сити и поговорить с Мэдисон. Если мы сможем найти ГЭК, проект «Чистота» заработает. Значит, теперь ты пойдешь в Ривет-Сити? Да. С новым знанием я смогу убедить Мэдисон, что теперь наш старый проект станет реальностью. Я хотел бы быть рядом с тобой, чтобы когда мы наконец откроем шлюзы, мой ребенок был рядом. Ладно, пошли в Ривет-Сити. Вот это мой сын. Давай поторопимся. Теперь, когда я знаю, что нам нужно, я хочу как можно скорее взяться за работу. Ну что ж, все, пошли. Будь осторожен, сынок. Так, ой-ой-ой, тихо. Так не беги. Сэр. Здорово. Ты так не беги, я еле успеваю. Все, добавлено задание «Живая вода». Так, кстати, надо не забыть, потому что я порой люблю забывать, что после этого квеста можно будет у одного паладина Братства Стали выучить навык ношения, так с этой, как ее там, силовой брони. Вообще надо закрыть все это дело. И это тоже. Все, надеюсь, больше мы не увидимся с этим убежищем злосчастным. Батя, ты где? Ё-моё. Ой-ой-ой, аж до сюда доносится, как все закрывается там. И это тоже закроем. Нас здесь как будто не было. О, как я это мог пропустить? Вот это больше всего обидно. И мусорки, возможно, что-то. Нет, ладно, мусорки какой-то бред. Все. Ой, ё-моё, вот это мы просидели за мультиками. И сейчас, знаете, не хватает такой вот эпической музыки, потому что сейчас мы еще так возьмем, сорвем себя комбинезон убежища 112, выкинем комбинезон робко, потому что он мне совсем не нужен, и одеваем нашу броню когтей, и самое главное, шляпу. Такая музыка должна специально вот проиграть. Только, увы, у нас этого дела нет.